Здорово. Хорошо. Он резик, гоняем. Стало лучше? Да. Да, помогло. Одно но. Это не более чем отсрочка. Ингибитор перестанет работать и очень скоро. Ну что, ты готов? Обо мне не думай. Эшли важнее всего. Ну, раз так, мы знаем, что делать. Эшли важнее. Идем, Санчо Панса! Спасем принцессу Дульсинею! Поранишься еще. Эй, мое копье! Да-да, мы спешим, ясно. Почему ты мне помогаешь? Какой в этом смысл? Да не ищи ты подвох. Я же обещал помочь, помнишь? У тебя ящик, но ничего нет. Выберитесь на поверхность. Маловато у меня доверия к тому, кто работал на Амбреллу. Так ты в курсе? Насчет нее можешь больше не волноваться. Ты не ответил на вопрос. Какова твоя цель? Я просто следую зову совести. Хочу загладить вину. Что-то в этом роде. Привет! Я обновил ассортимент, друг. Интересно. Нет места. Все, что есть перед тобой. Больше не меньше, верно? Запасаешься, пока можешь? Разумно. Больше не меньше. Приходи в любое время. Нет места. Решаю. Три,
скидку на то, что это игра. Хуба. Тут танцы начнутся. Фига их, ладно. Вот это возьмем. Два! Один! Огонь! Паки. Что с тобой? Устал? Собак-то все. О, класс! Что там дадут? Жетоны. Отдохнул? Ларик. Нет, тем. Только лучшие товары. Какие товары? Ага. Динамит. Эй, с чего это вдруг здесь завал? Тут раньше был проход. Думаю, динамит стоит, да? Динамит был. Переменял в хранилище. Сейчас мы в хранилище, понял. У нас, похоже, гости. Что будем делать? С дороги.
вставай. Ага. Что там вообще живой? Какой-то рычаг, наверное, что-то открывает. Какой-то дверь. А, да. Что-то открыто. А вот и динамит. Это пригодится. Динамит? Удачная находка. Да, им можно разнести тут завал. Пик. Давай. Ну, за это двери, Денис. Так. Он поставит. Рядом. Thank you.
туда пришел. А, я перепрыгнул. Сейчас надо наверх. Ой-ой-ой, убегаем. А ты неплохо сражаешься. Ты точно обычный ученый? Я самый обычный парень. Ну, еще дамский угодник. После вас, я настаиваю. Как ты учтив? О, ты еще живой? Зачем? Пусти, блин. Антон, кто-то меня ждет. Давай патроны. Ну,
как он туда попал? Пытался попасть. У меня есть для тебя подарочек. Леон, стреляй! Не так просто. Есть? Эй, думаю, можно пройти здесь. Да ты пошел. Где он? Как дела? Так, открыто. Красавчик. Фу, это было непросто. Они этих тварей на глубине держат. Подземелье для них священно. Именно здесь и нашли Лас-Плагас. Они сохранились в древних залежах янтаря. Ну, конечно же. Предлагаешь ехать на этой штуке? А у тебя что, есть варианты? Сохранимся. Вариантов нет. Надо ехать. Подтолкни нас, Санчо! Сам ты, Санчо. Так, она движется. Это ускорит дело. До чего я дошел? Ну, мы же торопимся. И, кстати... Ну, что? Ты любишь экстрим? Не, ну это круто. Наклонись или слетим! О-о-о! Мерда! Разберись с этими досками! Стрелка! Переключи ее! Переключил. Да я знаю. Откуда у меня лидер? У меня лидера-то не было. Впереди! Стреляй в ножки! За что они тебя так любят? Налево! Эй, мы так перевернемся! Я не слетим. Ох, Лас-Плагас. О, Лас-Плагас. О. Сейчас еще один чувак какой-то. Безумный. Он мне люди дал. На.
Так. Стрелка. Все, тормози. Это было круто, блин, мне понравилось. Все? Да нет, боюсь, это только начало. Так, как он называется? Где-то на поверхности. Да. Ну это был Люгер покупать. Все, патроны так? Держи! Прости! Как вот я не понимаю? Сколько денег немерено дает? Права, ясно. Можно скрафтить. Так. Права. Желтой травы не хватает. Так, 1+1. Просто. Опять поедем? Ну что, вперед! Что, опять? Крутые покатушки такие. Да я наклоняюсь. Не кипишуй. Не очкуй. Вижу. О. Кто там? Это с бензопилой на нас залупался. Очень, очень, очень. Снова доски. Влево. Последим смелиться. Помоги. Помогу. Эй, мы так перевернемся. О, ночь. Мы где-то в шахтах катаемся. Теперь я понимаю, почему там много золота в замке было. Они добывали в этих пещерах. Иди нахер отсюда. Конечно, сука. Конечно. Он рядом, да? Ты вдох. Отлично. Не слетим, помогу. Его. Пока что не тупим, да
не переживай. Так. Смотри, здесь они выкопали жуков. Угу. Да. Вон там. Что за... Тормози. Тормози, да. Сломал. Тормоз сломал. Прыгай. Луис, поможешь? Могу. В следующий раз на 3-2-1, Санчо. Как скажешь. О, молодцы, что выжили. Так. Ну, вроде бы доехать. Улей. Вон, давай в тот лифт. Еще работает. Ага. Что? Что ж такое? Обход есть? Должен быть другой путь. Идем. Вот зараза. Так. О. Куда пойти? А, так и знал. Будь начеку, эти могут маскироваться. Да. Могут маску. О. Так, бесконечная роль насекомых, у меня жизнь многих людей, это настоящая беда. Прошу вас избавьтесь от напасти, уничтожьте входы из огромных улей. Вот туда. Фу, насекомые! Будь другом, перебей их! Меньше болтай, чаще стреляй. Эй, я наш мозг, а ты мышцы. Ты сможешь!
Леон. Так. И еще. Патроны. Уничтожил. Леон! За мой счет! Давай. Вовремя. Порох. Ты выполнил просьбу, да? Я по твоему лицу. Отлично, чужак. Я продаю много отличных товаров, чужак. Обменять? Так, нет. Так, продать. Камень драгоценности не пригодятся тебе в гробу. А, кулон можно продать. Спасибо. Вот эти. Славная сделка. Сапфир грёбаный. Сапфир. Спасибо. Славная сделка. Спасибо. Славная сделка. Можно продать торговку. Спасибо. Места. Так, продать. Продадим. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в чужак. О, я щедро заплачу тебе за это. Это хорошее. Это для ценителей. Славный выбор, чужак. Улучшить. Сила. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Держи. Все, как ты хотел. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Скорострельность. Мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Удивлен, да? Наше мастерство достойно. Увы, но больше это оружие, чем еще могу услышать. Ты только там не убейся. Это просто суперски. А, он сохранится. Пушки и игрушки. Сейчас мы сохранимся и пойдем. Рифмую-то не зря, чужак. Давай. Выходи.
устал. Хорошо, что придумали лифт. Я одного не пойму. Зачем ты так рискуешь? Мы ведь для тебя никто. Я же сказал. Мне от этого легче. Хоть раз ответь прямо. Лос Иллюминадос. Я на них работал. А, вот оно что. Помогая вам, я не смогу искупить вину, я знаю. Но все же я не хочу, чтобы люди страдали. Ну, раз так, будь посерьезнее. А ну-ка, цыц, Санчо Панса. Выбрались из этой дыры. Свежий воздух зовет нас. Морфин. И раз уж мы добрались сюда, значит, мы почти... Почти что? Убили его. Луис! Что убил этот капитан? Давненько не виделись, салага. Майор Краузер? Какого черта? Зачем? Разыскиваю украденный груз. И заодно крысёныша убиваю. Плёвое дело. Эшли, это был ты. О, умный мальчик. Чему я тебя учил? Ножи быстрее. Да, давай на ножик. Вообще ни при чем. Я сам сделал это. Фак. Майор, ты совсем свихнулся? Нет, я мыслю трезво и четко. Соберись и покажи, что ты можешь. Зачем такой солдат, как ты, ну, помогает этой секте? У меня что, ножа нет, я не понимаю. Ты что, забыл, что случилось 2 года назад? Ты про Хавьер? Не-а! Да, я про операцию Хавьер. Весь мой отряд уничтожили. Наши власти допустили это. Да. Так, слабак. Убить всех. Без жалости. Враг убить тебя. Что плохого в желании завладеть такой силой? Я понимаю, это была страшная трагедия, но это не дает тебе права убивать невинных. Ты как маленький ребенок, я тебя добрее смерть. 2 года прошло, и чему ты научился? Что случилось? Собирай силами. Чего? Нет. Я думал, он улетит, этот капитан. Нет. Раненый в позвоночник, кто стреляет? Поиграли и хватит. Ты ни черта не изменился. Как же обидно.
Луис. Что, друг, плохи мои дела, да? Да. Все девушки мира будут скорбеть. Помолчи. Вот, бери. Ключ от лаборатории. Иди туда и извлеки этих паразитов. Спаси. Эшли. Знаешь, я жил по-мудацки. Но теперь-то... Что скажешь, Леон? Люди меняются. Вон, на тот свет. Ну, а завершена.